Вновь приветствую, друзья, на моем канале. Вот сейчас я отпилил такой кусочек профтрубы 50 на 20 миллиметров она. И я буду делать вот сюда вот дополнительный элемент крепления под вот эти домкратики. Они также будут вставляться, как в обойму. Сейчас буду делать из нее. Здесь будет профрезерован сквозной паз. Вот. И также отверстие под шурупы, и будет закреплена на стене. Менталитет жителей данного государства похож на славянский, хотя находится очень далеко от славянских государств. Это реально максимально далеко. Очень далеко. Это страна, родина, Пау. Вот такой вот у меня краеискатель. Сейчас я им найду кромочку и буду выставляться уже паутцы. Все, ноль мы нашли. И сейчас я поменяю цангу, поставлю фрезу на 14 и буду фрезеровать. Фрезернул я эту трубку, вот, но я увидел такой нюанс, что здесь не вплотную, естественно, подходит, потому что здесь это высота опоры 10 миллиметров всего, и они маленько, когда их укладываешь сюда наперекосяк, встают. Ну, как бы трагедии нет. Вот так это выглядит. То я подумал,
типа поставлю туда прокладочку, чтобы покрасивше они стояли. Вот такая из композитного листа, алюминий внутри, внутри пластик. Сюда типа как вкладыш. Ну, естественно, вместе с ним на сквозную будет прикручиваться к стене. Ну, так вроде получше с этой подкладкой. Вроде получше, так уже выглядит поинтересней. Поровнее они стоят, как бы. Наверное, с ней сделаю. Сейчас буду сверлить и прикручивать к стене. Там уже будет более наглядно. Ну вот, друзья, прикрутил я держатель этот к стене, пенальчик, так назовем его. И вот тут будут крепиться домкратики. У меня есть еще немножко этой профтрубы, тут еще на один комплект точно хватит. Ну вот так вот это выглядит. Такой образуется наборчик потихоньку, помаленьку будет все собираться. Вот. Всем спасибо за просмотр. Спасибо. До свидания.